Китайские кроссоверы пользуются популярностью у автолюбителей не только на территории Поднебесной, но и далеко за пределами домашнего рынка. Не исключением является и автомобильный рынок России, почти половина новинок которого приходится на китайские автомобили. Помимо современного уровня оснащения, яркой и запоминающейся внешности, а также доступных цен, они обладают еще одним немаловажным преимуществом – длительным сроком гарантии, который не предоставляет ни один из конкурентов. Так, уже 19 моделей прошли сертификацию и ожидают своего дебюта в этом году. Такой массовый наплыв моделей из Поднебесной опирается на несколько факторов. И в первую очередь это спрос. А спрос, как известно, рождает предложение. Безусловно, не все китайские новинки заслуживают внимания, но из всей этой массы есть по-настоящему ценные экземпляры, модельные линейки которых уже наработали определенный авторитет и готовы наравне конкурировать с японскими, корейскими и европейскими моделями. Такими экземплярами являются Chery Tiggo 8 Pro и Geely Atlas Pro. Кратко рассмотрим каждую модель в отдельности, а потом сравним их характеристики, техническое оснащение и цены. Chery Tiggo 8 Pro – самая последняя разработка китайских инженеров, представленная у нас на рынке. Она наглядно демонстрирует, как стремительно сокращается разрыв между китайскими моделями и признанными брендами. Несомненно, недостатки есть, но многие вещи выполнены на отличном уровне. Опираясь на отзывы владельцев, перечислим явные недостатки и преимущества модели. Минусы – жесткая подвеска, слабая музыка, недостаточная шумоизоляция, ряд мелких просчетов по эргономике, немалый расход топлива и отсутствие полного привода. Плюсом относят современный дизайн, хорошую динамику, просторный салон, достойный свет и относительно конкурентов невысокая цена. Над дизайном Tiggo 8 Pro работала международная команда дизайнеров под руководством Стива Юма, в бэкграунд которого входит опыт работы в компаниях General Motors, Ford, Hyundai и других. Geely Atlas Pro – это кроссовер, над модернизацией которого тоже серьезно поработали. Рестайлинг экстерьера, более глубокий и основательный интерьера, а также пересмотр линейки двигателей, где теперь обнаруживается абсолютно новый силовой агрегат, созданный в тесной концепции кооперации с мотористами Volvo. Среднеразмерный городской кроссовер Geely Atlas Pro можно идентифицировать благодаря новым бамперам с увеличенными воздухозаборниками спереди, более рельефному капоту, боковым зеркалам заднего вида, другой решетке радиатора, иным патрубкам и полностью обновленной задней части. Выход данной модели на российский рынок намечен на третий квартал 2021 года, после премьеры, которая состоится в августе. В Китае автомобиль уже продается порядка полутора лет под названием Boy Pro и имеет в своем арсенале 5 различных комплектаций, в том числе и с полным приводом. За тягу задней оси на китайской версии отвечает электромотор. Что касается белорусской сборки, то производитель пока не дает четкого ответа по отказу от традиционной муфты и внедрению электромотора на заднюю ось. Перейдем непосредственно к сравнению двух моделей и начнем с размеров. Tiggo 8 Pro. Длина 4 метра 72 сантиметра, ширина 1 метр 86 сантиметров, высота 1 метр 75 сантиметров. Колесная база автомобиля равна 2 метра 71 сантиметр. Atlas Pro. Длина 4 метра 55 сантиметров, ширина 1 метр 83 сантиметра, высота 1 метр 72 сантиметра, колесная база 2 метра 67 сантиметров. Следующим пунктом поговорим немного об экстерьере. Дизайн и что касается его составляющих, это вопрос субъективный. Но что с уверенностью можно сказать, внешность обоих кроссоверов выполнена в современном ключе и может спокойно тягаться с корейскими, японскими и европейскими конкурентами. Большая радиаторная решетка Tiggo 8 Pro с ячеистой светящейся структурой, которую дизайнеры обозвали геометрической матрицей, новая светодиодная оптика, спроектированная в рамках концепции Tiggo LED Technology, предусматривает автоматизацию управления пучком света, новый фальш-диффузор, с которым соседствуют раздвоенные более крупные наконечники патрубков выхлопной системы. Atlas Pro, в свою очередь, с лица не узнать. Передняя часть кузова полностью новая.
Решетка радиатора стала крупнее, капот рельефней, а фары теперь светодиодные даже в начальной комплектации. Задние фонари обрели трехмерный рисунок. Помимо бампера изменены форма и проем пятой двери. Порог багажника стал ниже. В салоне Tiggo 8 Pro в центре консоли главенствует 8-дюймовый тачскрин, в функции которого входит настройка климатической системы, а также управление водительским креслом, обогревом, вентиляцией и положением поясничного подпора. В технической секции центрального тоннеля джойстик переключения режимов работы коробки, регулировочные шайбы и отсек для мелочевки. Над салоном Atlas Pro производитель также поработал. Здесь обнаруживается совершенно другая центральная консоль с двухцветной отделкой и большим центральным тачскрином, рулевое колесо нового дизайна и обновленный блок селектора трансмиссии. Также в Geely Atlas Pro появился увеличенного размера двухсекционный панорамный люк. Обновленная медиасистема отныне умеет поддерживать связь не только со смартфонами, но и со смарт-часами. Пройдемся теперь непосредственно по техническим показателям кроссоверов. Двигатель и коробка передач. Tiggo 8 Pro на нашем рынке представлен с двумя двигателями. Первый – 1.6 турбо мощностью 186 лошадиных сил и 275 ньютон-метров крутящего момента. Второй – 2-литровый турбо мощностью 170 лошадиных сил, выдающий 250 ньютон-метров крутящего момента. Первый работает 7-ступенчатым роботом, а второй – с вариатором. 2-литровый атмосферник Atlas Pro, который развивает 141 лошадиную силу, отправлен в отставку. Ему на смену пришел 3-цилиндровый турбомотор на 1,5 литра, разработанный совместно с Volvo. Эти двигатели уже устанавливаются на свежей модели Geely, а также на паркетнике Volvo XC40. В паре с новым двигателем работает 6-ступенчатая механика и автомат iSyn. Вторым двигателем в гамме будет турбо-четверка на 1,8 литра. Она, в свою очередь, перешла с обычного Атласа и осталась в строю. Этот мотор, как и ранее, развивает 184 лошадиные силы, но максимальный крутящий момент увеличен с 285 до 300 ньютон-метров. Также вместо 6-ступенчатого автомата этому мотору теперь положен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. С динамикой у Tiggo все в порядке. Производитель заявляет 8,9 секунды до сотни. У турбо четверки 1.6 при относительной массе авто в 1630 кг и 10 секунд у 2-литрового агрегата. Atlas Pro со своим турбированным 1.8 форсирует первую сотню за 10 секунд при массе 1 тонна 720 кг. Многие владельцы новых Tiggo 8 Pro жалуются на высокий расход топлива. Производитель заявляет от 7 до 8 литров в зависимости от версии, но по факту уже после обкатки расход не падает ниже 13 литров в городе и 9 литров на трассе. Atlas Pro белорусской сборки в действии нам только предстоит увидеть, но чудес в плане потребления топлива от авто ждать не стоит. Турбированный малолитраж с приличной массой, да при активной езде будет хорошо питаться. Tiggo 8 Pro в России представлен только с передним приводом. В плане проходимости это просто приподнятая легковушка с не самым выдающимся дорожным просветом в 19 см. Atlas Pro будет оснащаться интеллектуальным полным приводом с 4 режимами движения, который позволит обеспечить комфорт передвижения вне зависимости от дорожных и погодных условий. Дорожный просвет у кроссовера заявлен 20 см. Tiggo 8 Pro является среднеразмерным 7-местным кроссовером. В случае полной занятости всех 7 сидений багажному отделению остается всего лишь 193 литра. Но в 5-местном варианте появляются грандиозные 2100 литров. Atlas Pro только 5-местный, да и багажным отделением он особо не удивит – 450 литров. Следующий критерий сравнения – это, конечно же, цена. Начальная версия Tiggo 8 Pro с 2-литровым мотором и вариатором обойдется в 1 999 900 рублей. Потом идет версия Speedline с 1,6-литровым мотором и роботом за 2 120 000 рублей, включающая в себя светодиодную оптику, электропривод багажника, мультимедию, кожаный салон, электросиденье водителя, обогрев руля и задний парктроник. Топовая версия Dreamline стоит 2 349 000 рублей.
900 рублей. Там добавляется панорамная крыша, электросиденье пассажира, память сидений, контроль мертвых зон и круговой обзор. Проводя аналогию с другими моделями Geely, такие как Tugela и Coolray, касающиеся цен на китайском рынке и что в итоге получится в прайсе у нас, можно сделать вывод, что ценник в среднем поднимается от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от модели. А это значит, что Atlas Pro, прайс на который в Китае варьируется от 125 тысяч до 173 тысяч юаней, в минималке обойдется нашему покупателю примерно в 1 миллион 780 тысяч рублей. Топ будет стоить в пределах 2 миллионов 300 тысяч рублей. Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что оба кроссовера являются бестселлером китайского рынка и напрямую говорят о всей мощи китайского автомобилестроения на данный момент. Если говорить о Chery Tiggo 8 Pro, то 2 с лишним миллиона за передний привод не совсем понятно зачем и для чего. Можно ли с уверенностью назвать этот автомобиль кроссовером? Скорее всего, нет. Универсал повышенной проходимости подходит в данном случае больше. Качественные материалы отделки, множество современных технологий, 7 мест и расширенная гарантия, безусловно, идет только в плюс. Geely Atlas Pro полноценным кроссовером можно назвать с уверенностью. Достаточный клиренс и интеллектуальный полный привод позволяют автомобилю спокойно себя чувствовать на умеренном бездорожье и заснеженных улицах. Нет 7 мест и огромного багажника – это можно записать в минусы. Но в Atlas также запихнули добротные материалы отделки и передовые технологии, которые есть не у каждого корейца с японцем. Покупая сегодня китайца, приходится жертвовать ликвидностью и положением на дороге, взамен получая комфорт, современную внешность и передовые технологии за относительно доступные деньги. Что бы выбрали вы, Atlas Pro или Tiggo 8 Pro? Пишите в комментариях, нам важно знать ваше мнение. А также пишите, какие автомобили вы бы хотели видеть в следующих обзорах. Подписывайтесь на канал, чтобы постоянно оставаться в тренде мировой автоиндустрии. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!